Смотрите новые серии эксклюзивно на Иви. Современная еда. Привет, Бенчик. А что там, рано еще? Вот, попробуйте. Это наш старинный кошачий рецепт. Это еще что? Суп? Да, а старые коты говорят, что надо хорошо все лето перезимовать. А много полезной пищи есть. А здесь столько всего вкусного. И капуста, и картошка. Подожди, Бенчик. Ты сказал, что будет не просто обед, а настоящий пир. Ну, это и есть настоящий пир. Называется царская похлебка. У меня еще там есть баночка грибов. Спасибо, Бенчик, но нам не хочется супа твоего. Мы вот лучше пойдем свой царский пир сделаем. Ого, это что за гора? Вообще это невкусно. Бенчик, оно падает. Бенчик, бежим! Бенчик, а вкусная твоя царская похлебка?